Держу. Спасибо большое. Откуда? Серьезно? Серьезно, блядь? Серьезно? Серьезно? На, серьезно. Не, вы серьезно, да? Вот здесь. Кому-то я точно в видос попаду. Просто. Видели, да? Сеньорина, чау-чау. Тут хитяру ловлю. Buonasera, signorina. Полетели со мной. Боже мой, как же я ее выношу просто. Вынос легиона происходит прямиком на ваших глазах. Максимальный додж, просто максимальный. Просто покажите мне пальцем, кто вообще может лучше это сделать. Ну кто? Я в ахуе. Аллилуйя. Пиздец. Да нет! Ну она же промахнулась! Ну куда она же промахнулась? Что-то надпись подлагивает так неприятненько. Тут по-любому скидывать надо. Как же я хорош. Крыя-рыя. Яйца-то максимально жесткие. Спасибо большое за поддержку, Колтыш. Что он делает? Ха-ха, как спалил! Как же я его выпалил просто! Обожаю. Хороший лгигачат. О, Deadheart Addict хорош. Deadheart Addict сразу меня похвалил. Сказал, что я красава. От души, ребят, от души. Вот, как бы, ну, вот дружелюбность должна быть.
Как же он на своих ошибках не учится? Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Спасибо большое за поддержку, Kill Bill. Жестко, жестко! Хорош, девочка моя, спалила его. На приколе, да. И чел реально на приколе. Нах рисует, запоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует. А я боюсь, что потерял тебя. Ой, хорош! Я невозможно скучаю. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Вытаскиваем каточку. А, она уходит? Не кипишуй, все ништяк, вокруг шум пусть. Так, не кипишуй. Это Онич. Так вот сделаю. Ты полезешь. Давай, давай. Куда идем? Успеть очком. Большой-большой секрет тыкву пинать, чтобы не втыкало. Соглашусь. Спасибо огромное за поддержку, култыш. Спасибо большое. Мы сейчас Онича будем бегать. 5 генов, просто проверяйте. Так, придропну лучше. Нет, теперь я унижен был только что. Мантим пацана, я считаю. Ну вот и рыба. Блять. Оу. Не сегодня, не сегодня. Гигов? Да нет, там 600 мегабайт, мне же сказали. Сегодня такой, ой. Это, кстати, же, да. Миксмастер, спасибо большое за фоллоу. Оп. А что-то... Мне не нравится, когда лагает.
Да, конечно. Я бы жопу схватил этот черт, но меня не схватил что-то. Бля, что такое? Не, ну это разнос, скажите. Ну скажите разнос. Жесткий вообще. Блять, только зашел. И чё, говорит, делать? А чё ты тут уже сделаешь? Он рыбак. Не знаю я преград. Не хватает еды. А, достала коза, блин. Чел, ну, пойдем, может быть? Хуя, он чуть на окно не залетел. Оп. Все, ладно, я немножечко от крюка его уведу. Хорош? Хорош, я считаю. Так, какая тут сторона лучше? Давай лучше вообще вокруг этой бегать. Не-не-не, бро, далеко. Кстати, ошибка. Я сейчас упаду, скорее всего. Не упал. Ой-ой-ой, ошибка от него теперь. Слушайте, но в этой на самом деле повозке можно и под дебафом скорости пробегать какое-то время. Вот он начался сейчас, например, да? Бля, он если сейчас на круг... Ему надо было закрывать меня на бладласте. Обманул жестко, еще время выиграл. Ну тут все, тут я не убегу. Обо что? Без понятия. Пошли на свинки, пока он обилку свою прозевал. Я умели поуспонинг биомевисинг. Ставь лайк, если согласен. Пиздец.
Блять, чел лачугу слил нахуй и не смог ничего сделать. Пиздец.